Да, мы находимся в Ялте на Среднеслободской улице, где композитор Татьяна Смирнова жила в детстве у тетки. Здесь ее мама познакомила с папой. Да. Вот здесь мы входили, здесь был большой двор. Вот они все вот эти. Вот так вот. Совсем все по-другому. А здесь тетя Боня жила. Наши добрые знакомые. Это они тоже, если я здесь была. Соседка перестроили, я даже не узнала. Тут другой дом стоит вообще, по-моему. Да, но здесь все другое. Но двухэтажный тоже. Но совсем другой. Как на Радванке тоже все поменялось.